Итак, друзья, сегодня мы продолжим знакомство с камерой Nearstream VM33. В прошлом ролике мы провели тест зума, который показал впечатляющие результаты. Очень четкая картинка при 20-кратном увеличении. Все это благодаря вот этому вот объективу. Вот. Сегодня мы продолжим знакомство и посмотрим, как этой камерой можно управлять с помощью приложения Nearstream Multicam. Я использую в работе с этой камерой приложение Nearstream Multicam, которое можно скачать с сайта Apple Store. Приходится планшет перевернуть в вертикальное положение, хотя, на мой взгляд, это не очень удобно, но другого варианта нет. Приложение работает только в вертикальном положении, в вертикальной ориентации. Когда вы включите приложение, у вас будет вот такой черный экран, и с полоской посередине это индикатор звука, который пока тоже не работает. Так, нажимаем кнопочку «плюс». Как видите, требуется установка каждой камеры. Кнопочка розовая с надписью «Setup». Я включил точку доступа на смартфоне, потому что именно к нему мы сейчас и должны подсоединиться. Вот нам предлагается на выбор, или у нас есть Wi-Fi, или у нас нет Wi-Fi. Вариант, когда нет Wi-Fi, тоже возможен. В этом случае вы выбираете в качестве точки доступа одну из камер. Но сейчас мы выберем «Есть у нас Wi-Fi» и начинаем искать точку доступа. Она у нас до этого работала, поэтому она в верхней части списка. Точка доступа на Samsung Galaxy. Вводим пароль. Мы присоединили камеру. Теперь еще приложение запрашивает присоединение к этой же точке доступа. Подтверждаем. То есть три устройства должны подключиться к точке доступа. Две камеры и планшет. Соединились. То есть одна камера у нас соединилась, вторая подхватила эти настройки. Нажимаем на кнопочку «Connect». Итак, обе камеры у нас подключаются. И вот мы видим, они работают. Могу продемонстрировать, как это происходит. Вот. Касаясь изображения, я переключаю ракурсы. Планшета, конечно, удобно работать, удобнее, чем со смартфона, потому что на смартфоне эти экранчики совсем маленькие. Так, теперь мы посмотрим, что у нас есть из органов управления. Значит, вот в верхней части экрана значок настроек. Здесь мы видим настройка переходов самых разных. Они все вам знакомы, так что по желанию можно найти какой-то другой переход, а не просто смена кадров. Дальше настройка качества видео, которое получает камера. Можно оставить вот это положение, а можно слегка сэкономить. Тогда у нас видео будет с битрейтом 2 мегабита в секунду. Выбираем качество Full HD. 3 мегабита в секунду, по-моему, это нормально. Качество входного сигнала зависит еще от качества, которое вы устанавливаете для записи на SD-карту. То есть, если один параметр выше, другой надо понижать, и наоборот. Авторежиссер. Авторежиссер позволяет нам выбрать камеры, которые будут автоматически переключаться через заданное время. Время устанавливается вот этим ползунком, и в данный момент оно составляет 5 секунд. То есть каждые 5 секунд будет происходить смена кадра. В каких-то случаях, когда это допустимо, почему бы не использовать, и оператор может в это время отдохнуть, грубо говоря.
Антифликер позволяет нам избавиться от мерцания, которое может исходить от источников света или от видеоэкрана. Здесь можно выбрать 50 или 60 Гц. Эти настройки мы посмотрели. Вот нажимая на этот маленький значок, мы видим, сколько у нас свободного пространства для записи. Видимо, имеется свободное пространство на планшете. Тут у нас две кнопочки. Это включение трансляции и включение записи. Если мы, например, выберем запись, то нам будет предложено или запись на телефон, ну, в моем случае на планшет, выбор видеокодека 264 или 265, качество, здесь оно довольно приличное, Full HD и 9 мегабит в секунду. Ниже мы видим оставшееся свободное пространство, 110 гигабайт занято, видимо, остальное свободное из 256. И время записи при этих настройках может составить 34 часа. Ниже включение записи на SD-карту, ну и, соответственно, настройки. То есть параметры записи 8 мегабит в секунду Full HD и свободное пространство занято всего 4,7 гигабайта, а всего на карте 128 гигабайт. И такие же установки для другой камеры. Можно вести будет запись одновременно с трансляцией и одновременно запись на устройство, на телефон или планшет. И на отдельно каждая камера может писать на вставленную в нее карточку. Дальше мы видим под основным экраном значок динамика. То есть здесь мы можем услышать входной сигнал. У каждой камеры тоже отдельные настройки. Настройка изображения. Здесь мы можем зумировать камеру. Допустим, трехкратное приближение. Как я показывал в прошлом ролике, при 20-кратном увеличении очень приличная и качественная картинка. Так, дальше у нас установки автофокуса. Фокус можно сделать ручной или автоматически. То же самое экспозиция. Баланс белого я сейчас немножко поправил, потому что у меня желтые стены и баланс сбился. Поэтому я переключил на ручной. HDR. В этом режиме будет расширен диапазон изображения. Дальше яркость, контрастность, цветность и оттенок. Ниже у нас еще значки, где мы можем отзеркалить изображение по горизонтали или по вертикали. Так, закрываем, возвращаемся к этой шестереночке. Мы с вами посмотрели настройки изображения, а сейчас посмотрим аудионастройки. Вот в этой камере, как вы видите, отключен внутренний микрофон, не задействован вход 3,5 мм, который можно использовать для внешнего микрофона или для как линейный вход, допустим, для сигнала с пульта звукорежиссера. А задействован вход USB, там у меня включен приемник от петлички. Закрываем. Если мы посмотрим настройки другой камеры, аудионастройки, то здесь мы видим, что работает встроенный микрофон в стандартном режиме General Mode. Можно переключить его в режим Speech Mode. Это будет режим с шумоподавлением. Но надо посмотреть, будет ли приемлемо качество с шумоподавлением. Это я в ближайшее время собираюсь серьезно потестить и проверить, и, соответственно, сделаю ролик об этом. Ну, а другие входы, линейные и USB, пока свободны. Закрываем.
Дальше у нас девайс-сеттинг – это настройки каждой камеры. Довольно подробные настройки. Открываем их и смотрим. Вверху у нас название камеры, название сети, к которой она подключена. Заряд батареи остался 45%. Свободное место на карточке занято только 4,7 гигабайта. Имя камеры, его можно изменить, если это удобно. Пароль можно установить, чтобы посторонние не зашли на вашу камеру. Здесь мы можем отформатировать SD-карту. Очень полезная функция, которая появилась совсем недавно, это режим NDI. Если мы включим этот режим, камера, данные, отключится от этого приложения. Но ее можно будет использовать в режиме NDI с другими популярными приложениями для стриминга, такими как OBS Studio. То есть беспроводной сигнал в режиме NDI можно передавать на другие приложения. И мы это попробуем в одном из следующих выпусков. Установки для режима NDI тоже. Установки качества Full HD 5 мегабит в секунду. Их можно изменить. Также установки качества камеры и установки качества записи. Как я уже говорил, они зависят друг от друга. Если мы повышаем качество, значит, на одной установке, то, соответственно, придется понизить на другой. Так что надо искать золотую середину. Action – это возможность подключить на кнопку питания, подключить какую-то функцию. Ну, например, когда камера не подключена к приложению, можно, чтобы эта кнопка включала запись на SD-карту. Такую настройку можно сделать. Для этого нужно вот здесь выбрать эту настройку. Дальше. Установки USB. Для того, чтобы камере можно было подключить источник аудиосигнала USB, ну, в моем случае, вот микрофон-петличка, то надо, чтобы гнездо USB питало это устройство. То есть вот этот ползунок должен быть включен. При этом должен быть выключен параметр использования веб-камеры с кабелем. Если вам потребуется подключить эту камеру просто как веб-камеру к Skype или еще какой-то программе, то вот этот параметр нужно включить. Тогда с помощью кабеля вы сможете ее подключить как простую веб-камеру. Если мы подключаем микрофон, то, соответственно, эти два параметра должны быть отключены. Здесь можно автоотключение камеры настроить или выключить. И огонек, который горит под объективом, он сигнализирует о состоянии камеры. Но если человек смущается, когда его снимают, такое тоже бывает, то этот огонек можно выключить с помощью вот этой кнопки. Дальше сведения о системе, перезагрузка камеры и обнуление параметров до заводских настроек. Вот довольно подробные установки для этой камеры. Ну и возвращаемся на основной экран. Здесь по-прежнему мы видим два источника, когда у нас выбрана страница видео. Если мы выбираем страницу график, видите вверху название этой страницы, то здесь мы можем использовать заранее заготовленные графические какие-то изображения. Это могут быть какие-то тексты, титры, это могут быть просто фотографии загруженные. Вот. То есть, ну, подготовить их нужно заранее. Это мы чуть позже посмотрим. Вот. И в режиме аудио мы можем видеть уровень звука с каждой камеры. При этом мы помним, что одна из камер у нас сейчас с USB-микрофоном. Поэтому лучше отключить внутренний микрофон на одной из камер, вот здесь, и оставить только USB-петличку. Тогда звук будет идти без реверберации. Ну, а верхний ползунок, он показывает общий уровень.
то есть сумму двух уровней. В данном случае у нас работает звук только с одной камеры. Проверяем. Раз, два, три, четыре. Так, теперь смотрим, что мы можем добавить. Так, камеры у нас уже есть. Графику. Мы можем добавить или полное экранное изображение, причем сделать его на прозрачном фоне, или выбрать цвет фона по желанию. Расположение мы можем менять влево-вправо. Набор текста осуществляется довольно просто. Цвет текста можно выбрать, но, к сожалению, нельзя изменить размер. Причем в приложении, которое установлено на планшете, вот такой вот мелкий титр получается. А на смартфоне в этом же приложении довольно крупно. Видимо, это как-то еще пофиксят со временем и поправят. Но я напишу об этом разработчикам. Это полноэкранное изображение. Теперь смотрим возможность добавить титр внизу. Допустим, когда выступает артист, здесь может быть написано его фамилия, имя, название песни. Как правило, это располагают внизу экрана. Вот. Текст может быть двухстрочным или в одну строку. Также здесь можно добавить с левой стороны изображение. Это может быть логотип или еще что-то. Для этого нужно загрузить картинку. Ну и с этими настройками, с остальными тоже все понятно. Тут еще одна функция. Мы можем добавить какой-то фрагмент экрана, допустим, заполнить каким-то текстом. И в углу экрана у нас может располагаться логотип, который заранее нужно подготовить. Лучше, конечно, на прозрачном фоне. В общем, вот такие вот возможности. Слева, справа, внизу. Итак, мы посмотрели, что можно делать с графикой. Дальше у нас режим картинка в картинке. Выбираем камеру, которая должна быть в картинке. Размер этой картинки может меняться. Располагаться она может тоже в разных местах экрана. Можно сделать рамочку для нее, выбрать цвет этой рамки. Мультирежим. В этом режиме, поскольку у нас две камеры, мы можем выбрать варианты вот из двух камер А и Б. Допустим, мы выбираем вот этот вариант. На левую сторону назначаем эту камеру, на правую сторону назначаем другую. Подтвердим. И теперь у нас в режиме видео есть, значит, изображение отдельно с каждой камеры и изображение с двух камер сразу. В некоторых случаях это полезная функция. Последняя функция, которую можно здесь добавить, весьма спорная, на мой взгляд, это музыка. Здесь есть какой-то набор произведений музыкальных. Они еще разложены по папкам разного характера музыка. Вот, вы их можете добавить, запустить плейлист. Но пока она работает довольно криво. Должны одна мелодия сменяться другой. У меня почему-то после каждой мелодии звук останавливается и нужно запускать снова. Но с этим пока времени разобраться не было. Как-нибудь разберемся. Да и вряд ли мне это когда-либо понадобится, потому что я в основном снимаю концерты и спектакли, и там будет музыка со своего источника. Теперь мы посмотрим основную функцию. Трансляция. Нажимаем Live и видим, что у нас есть возможность транслировать на несколько заранее подготовленных уже адресов, на которых просто достаточно войти самому под своим логином и паролем. Тут YouTube, Facebook, к сожалению, в России сейчас это не работает. Twitch, весьма сомнительный ресурс, я посмотрел. И свои собственные установки. Вот уже заранее у меня тут настроено на Рутуб, Telegram и ВКонтакте. Делается это обычным способом. То есть на странице, допустим, ВКонтакте, правда, на страницу надо зайти с настольного компьютера.
нужно в настройках трансляции скопировать веб-адрес и скопировать ключ для трансляции. И, соответственно, вставить это в нужные строки. Если вы решили начать трансляцию, выбираете адрес, выбираете параметр, с которым трансляция будет идти, 720 или повыше, и нажимаете кнопку «Go Live». И все, трансляция пошла в эфир. Вот, в общем-то, все, что я хотел вам рассказать об этом приложении. Оно, на мой взгляд, весьма сырое, недоработанное. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующий ролик.